Россия вмешивается в украинские выборы с помощью пропаганды и дезинформации. Об этом заявил Петр Порошенко в интервью одному из зарубежных изданий. Он подчеркнул, что Украина противостоит российской агрессии на восточном фланге НАТО. И за свои действия страна-агрессор уже платит высокую экономическую цену. Также глава государства поблагодарил европейское сообщество за поддержку Украины на пути реформ.